Все местные блогеры ждут нашу еженедельную рубрику онлайн. Артем Шамне расскажет, чем живет виртуальный мир арктического города. Качаем мышцы, защищаемся от хейтеров и вдохновляемся историей сильного человека. Я Артем Шамне, это рубрика онлайн. Страницы, которые нас зацепили в обзоре Нур-24. Хорошо, плечи разворачиваем от подбородка. Длиннее, Гарш. Одну точку. Молодец, Матвей, вот. Бокс – это не только поединок на ринге, но и много, очень много тренировок. Хотите привести себя в форму и заняться настоящим мужским спортом? Начинайте с инстаграм-странички Дениса Терешкова. Тренер с 10-летним стажем одним своим видом мотивирует к тому, чтобы побыстрее надеть боксерские перчатки. В моем инстаграм уже 260 подписчиков. Как бы ни сглазили, если вы тоже об этом переживаете, заходите на страничку девушки по имени Ника. Здесь вам погадают, расскажут о прошлом, настоящем и будущем. Чтобы защитить себя от сглаза, Ника советует пристегнуть к одежде булавку строго с изнанки или внутренней стороны кармана. Это важно. Сбросила 23 килограмма и помогает худеть другим. Юлия – мама на ПП, любит готовить полезные блюда. К фото, конечно же, прилагаются рецепты. Все очень просто, наглядно и вкусно. Пользуйтесь на здоровье и не забывайте ставить лайки. Опять ждем помощи. Хотя, казалось бы, коляска меня спасает от того, что мне не нужен сопровождающий, не надо ничья посторонняя помощь. Но в итоге оказывается, что и немецкая разработка коляски не учитывает, что где-то есть такого качества ужасное дорожное покрытие. Думаете, жизнь – это сплошные проблемы? История Ольги Мироновой убедит вас в обратном. У Ольги расщепление позвоночника. С таким диагнозом можно передвигаться лишь на инвалидной коляске. Многие бы просто опустили руки, но девушка не сдалась и даже стала мамой двух малышей. Ольга рассказывает о своей жизни в Инстаграм. Обязательно почитайте эти посты и вспомните их, когда вас снова накроет депрессия. Это все, кого мы успели сегодня отлайкать. Смотрим Нур-24, увидимся онлайн.